зале городского досугового центра синхронные движения отточены на бесконечных репетициях, а в фойе кипят нешуточные страсти. Конкурс-фестиваль «Лучики надежды» вновь разыскивает одаренных детей. За золотые, серебряные и бронзовые лучики танцоры сражаются в номинациях «Классический», «Народный», «Эстрадный» и «Современный танец». Я считаю, что мы сегодня выступим хорошо, но будем надеяться на лучшее. Всякое бывает. Я очень рано встала, мне было очень страшно. Конечно, мы второй раз всего лишь танцуем это на сцене, и волнения просто зашкаливают. Я думаю, мы хорошо выступим и сможем победить, занять первое место. Юным дарованиям вполне удается справиться с волнением перед ответственным выступлением. А кто-то уже отстрелялся и делится впечатлением. У меня напарница Анжела, она на нее жюри смотрели, она вздохнула и сделала этот сложный элемент. Жюри в шоке были, а потом, когда мы это станцевали, там, когда этот дядя, когда говорит, какая вы еще раз группа? Мы шоу-студия «Эврика». Ну, мы поняли, значит, это понравилось им. Внимание, не попадитесь под горячую руку, вернее, ногу. Это не последняя репетиция, это разогрев мышц и связок. Танцор на холодные ноги не выступит в той нужной мере, которой надо на конкурсе выступить. Обязательно разогрев должен быть. В тесноте да не в обиде. В нескольких метрах разогреваются соперники чечеточников. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Настроенные на победу. За последние 15 лет участия в «Лучиках надежды» акварельки накопили огромное количество трофеев. Каждый раз берут призовые места. Как им это удается? Очень просто. Конкурс очень такой, достаточно сложный, потому что каждая школа хочет выставить сильнейший коллектив и смотрит буквально на все. И на костюмы, на внешность, и на технику исполнения, и на музыкальный материал, и на как дети понимают тематику танца, то есть чтобы она подходила по возрасту. Вот. То есть на все смотрят. Жюри действительно смотрит на все, замечает каждую деталь. Танцевальные коллективы оценивают профессионалы высочайшего уровня. Педагог Калужского колледжа культуры Марина Малахова, балетмейстер ансамбля «Образ» Николай Сорокин, педагоги Центра «Созвездия» и, конечно, бессменный организатор конкурса Елена Стеснягина, вырастившая лучики надежды из маленькой искорки. Главное – это постановка танца, это его режиссура, то, как дети это чувствуют, как они понимают хореографа, как они доносят до нас то, что в них вложил хореограф. Ну и главное, чтобы детям это нравилось. И это видно всегда, с каким они удовольствием. И на самом деле очень растет уровень конкурса с каждым годом все лучше и лучше. Анна Дементьева, Анастасия Бушуева для «Легко».